Привет, друзья! Вот это я вам показываю сегодня растение. Экзотическое растение, лиана. Может вырастать, по-моему, на 2 метров. Называется базала. Или индийский шпинат. Или цейлонский шпинат. Это вот он так вот цветет. Такие вот цветы, которые потом не отпадают, а просто превращаются в черные такие ягоды. Это все растение съедобное. Вот тут такие вот у него листья, большие такие листья. Ему нужна опора. Вот возле каждого листочка идет цветочек. Цветочки напоминают, наверное, по вкусу нам молодую кукурузу. Вот с таким интересным вкусом. Вот листья для салатов. Вот, можно даже ягоды эти черные есть. Но они говорят не очень вкусные. Я их не пробовала. В этом году буду пробовать. Но пока что можно кушать вот эти вот свежие цветы в салате, листья. Можно супы готовить. Все на свете можно. У этого растения все съедобное. Можно выращивать вот так в саду. Но оно не перезимует, оно умрет у нас, потому что. Оно выдерживает теплую только зимовку 10 градусов тепла. А потом оно умирает, если ниже 10. Вот, так что можно выращивать в саду как однолетнее растение, а можно в горшке. В горшке тоже очень декоративно смотрится. Вот у меня вот такие вот есть саженцы. Вот такие они большие и красивые. Смотрите, какой ствол. Это вот саженец в стаканчике. Такие листья. И оно уже тоже цветет. Такие вот огромные лианы. И цветущие. Уже. Так что очень лекарственное растение. Съедобное, но и декоративное. Для красивых комнатных, как можно вот лианы такие содержать.